Приветствую вас. Полагаю, при прочих равных условиях можно говорить о том, что ваша проблема кроется именно в восприятии других людей. То есть восприятие других людей. Это как? Вот. Давайте подумаем с вами, как это? Как это восприятие других людей? Что это вообще такое? Это то, как вам видят все люди. Это то, через призму чего вы воспринимаете их, людей, то бишь. Вот. Понимаете, какая штука? То есть, попробуйте сами себе ответить на вопрос. Какими были люди, которых любили вы? Какими были люди, которые любили вас? Подумайте об этом. Это очень важный момент. Подумайте, пожалуйста. Подумайте. Вполне вероятно, что вы просто не умеете выстраивать равные отношения с людьми. Равные отношения с людьми вы не выстраиваете. И из-за этого и происходит такая ситуация, что у вас нет взаимности. Потому что вы любите тех, кого считаете выше себя. Соответственно, любите в тех, кого считаете выше себя, то, чего нет у вас. Потому что этому либо вы завидуете, либо хотите быть такой, либо не принимаете в себе чего-то. А, соответственно, если вы нравитесь человеку, для вас невозможно заставить себя попробовать с ним отношения по той же самой причине. По причине того, что для вас этот человек ниже. И вы воспринимаете его как ниже. И у вас к нему неприятие. Потому что в нем вы видите то, что есть у вас. Или то, чего боитесь. Как вы боитесь, есть у вас. Что касается того, что вы прокляты, то здесь ситуация такова. Значит, вместо того, чтобы попытаться найти причины, по которым, ну вот, у вас происходит то, что происходит, а вы, значит, пытаетесь это свалить на какую-то мистику, на проклятие, на некие силы, там, ну, непонятные какие-то силы, да, вот, и так далее, и так далее. Значит, что вы делаете неправильно? Ну, во-первых, вы неправильно относитесь к себе. Это первое. Вы явно себя обесцениваете по отношению к людям, у которых есть то, чего нет у вас. И вы явно защищаетесь от тех людей,
которых вы считаете ниже себя. Потому что в этих людях вы видите себя же по отношению к тем, кто выше вас. Значит, это вопрос самодостаточности, это вопрос принятия себя, и это вопрос любви к себе, в первую очередь. Любви, в первую очередь, именно к себе. И уже потом, если вы полностью принимаете себя, то вы можете полностью принять кого угодно, а не отдавать любовь для того, чтобы человек вас обнял. То есть вы отдаете любовь как? Растворяясь, принижаясь, обесценивая себя. Хочется такой для вас любовь. А это не любовь. Это некая потребность заслужить внимание другого человека. Понимаете, какая штука? Вот это вот вы неправильно делаете. То есть сперва нужно полюбить себя, сперва нужно полностью принять все в себе, и потом только уже взаимодействовать с другими людьми. Ну а начать я вам как бы уже говорил, с чего нужно. Начать нужно именно с того, как вы воспринимаете людей. То есть что общего у тех, кто любил вас и кого не любили вы, и что общего у тех, кого любили вы и кто не любил вас. Что их объединяло? Эти две группы людей, что у них было общего? Это характеризует вас, именно вас. Вот с этого нужно начать. Это как бы даст такой, знаете, некий толчок к пониманию того, что именно с вами происходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А отдельно хотелось бы, чтобы вы сказали, как именно вы видите помощь психолога. То есть, ну вот вы пишете, помогите мне, как именно помочь вы, как вы хотите, чтобы мы вам помогли. Вот. И, соответственно, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!